Apnea Club Горький представляет. В этом видео мы покажем вам, какую новую локацию для нырялки открыла наша команда Apnea Горький. Представляете, мы нашли озеро, в котором ни разу за всю историю человечества не ныряли фридайверы. Итак, команда Apnea Горький отправилась в морское путешествие по Баренцеву морю. Пройдя Кольский залив, мы направились в поселок Гранитный, заброшенный военный гарнизон. Там, на Кольском полуострове, бродили, наслаждаясь северной природой, и нашли прекрасное озеро. С погодой нам невероятно повезло. В этих местах не всегда бывает так солнечно и тепло. Прозрачность воды оказалась восхитительной, как видите, и просто невероятной. Максимальная глубина, которую нам удалось найти, с одной нырялки 25 метров. Хотя, быть может, здесь есть места и поглубже. А рельеф дна в этом озере оказался скалисто-каменный. И очень даже интересный для исследования. Представляете, оказывается, в наш век возможно открывать новые фридайверские места. И это очень круто. Ведь это озеро даже не имеет названия. До следующей встречи в наше прекрасное необитаемое озеро. Мы к тебе обязательно вернемся.